На сегодняшний день в ОМВД России по городу Первоуральску зарегистрировано 5 фактов хищения сотовых телефонов из автомашин. Хотелось бы отметить, что такие преступления совершаются свободным доступом, как правило, на парковках у торговых центров. Уважаемые жители городского округа Первоуральск, будьте бдительны, не оставляйте ценные вещи в своих автомашинах и при возможности оборудуйте свои автомобили охранной сигнализацией.